ввод сведений о покупателе ИП Соколов. Запишем следующего покупателя. Физическое лицо. Наименование. Соколов. ИП. На закладке «Общее». Физическое лицо. Фамилия, имя, отчество. ИП. Соколов Александр Юрьевич. Документ. Паспорт гражданина. Российской Федерации. Серия 7506. Номер. Выдан. ОВД Измайлова. Города Москвы. Дата выдачи. 15 апреля 2000 года. ИНН. Запишем изменения. Кнопка «Записать». Переходим на закладку «Контакты». Укажем юридический адрес. Регион. Москва. Улица. Тверская, дом 45, квартира 115, индекс 103050. Окей, сохраняем адрес. Телефон 225-56-93, код города 495. На закладке «Счета и договоры» в разделе «Банковские счета» указываем банковские реквизиты. Наименование. Основной. Банк. Из справочника банки выбираем город Москва. ОАО. Леспромбанк. Расчетный счет. Вид расчетный. Установим флаг в положение. Всегда указывать КПП в расчетных документах. Сохраняем внесенные данные кнопкой ОК. Нажимаем на кнопку «Основной». Переходим к разделу «Договоры контрагентов». Откроем для редактирования основной договор. В разделе «Цены» укажем тип цен. Мелкооптовая. Сохраняем сведения. Кнопка «Окей». OK.